Привет. Сегодня я планирую заняться окончанием добивания трофея в серии Mega Man на PlayStation 4. Все остальные игры у меня в серии пройдены, все трофеи. И все диски, кроме Mega Man 11, скрыты. Ну, этот я вскрывать не буду. Блин, мне жалко, у меня уже платина не есть. Чуть-чуть болтается, надо поставить на место. А остальные вскрыты. А выкидыш Mighty Number 9 серию не вчитываем. Хотя он у меня тоже есть. Здесь обещают нам постер, артбук. Ну, чувствуется тяжесть диска, но это говно. Пусть лежит в забвении. А остальные я уже вскрывал. Видосы. Или есть, или будут. Неважно. Осталась последняя игра. Ой, как она ко мне тяжело ехала. Заказывал я ее с Амазона раз. Начался ковид. И диск где-то потерялся. Потом заказываю второй раз. Мне, правда, трек-код не прислали. Ну, божились, что отправили. Тоже не дошла, не знаю. Ну, деньги, правда, вернули. Проблем не было, но... Диск, короче, ко мне чуть ли не, блин, полгода добирался. И в итоге с третьего раза я таки его купил. Вот, и теперь мы его вскроем. Здесь 6 игр, 4 зерошки, 2 за икса, режим за чейзер, галерейка. Ну, в общем, я думаю, что плюс-минус наполнение такое же, как и в иксах. Ну что, поехали. Самый неприятный момент. Диск теряет ценность. Ничего страшного. Ах да, я же еще выиграл в розыгрыше в группе Mega Man игру эту в цифре. Но я и сделал рефанд и взамен заказал диск. Пусть на меня ребята из группы не обижаются, но в целом я купил то же самое, просто диск приятнее на полке. Я по весу чувствую, что здесь вряд ли что-то есть, но все равно посмотрим. Да, на этот раз даже листика нет. Опять печалька. Вот в первом коллекшене хотя бы что-то было, а здесь чем дальше, тем начали экономить. Диск обычный, сзади ничего нет, двухсторонней обложки нет. Короче, вскрывать особо нечего, я оказалось. Вот так вот пустынно все выглядит. Ну, зато я могу закончить серию и выполнить все трофеи и перейти на что-то другое. Это будет юбилейной платиной. В общем, как-то так. Погнали играть.